Более 6 тысяч детей смогут отдохнуть этим летом в муниципальных лагерях, городских и загородных. И начнут работу уже с 1 июня. Ребят ждут профильные смены, экскурсии и интерактивные программы. Подробности смотрите далее. «Изумруд. Единство и легенда». Три загородных муниципальных лагеря уже готовы к летним сменам. В них сделали плановые ремонты, обработали территорию от клещей, объекты уже приняла специальная комиссия. По опыту прошлых лет, летний отдых в этих лагерях крайне востребован. Ведь ребят ждут самые разные смены – творческие, спортивные, туристические, связанные с робототехникой, информационными технологиями. Отдельный заезд организует и морской центр «Меридиан». На данный момент куплено более 1300 путевок. Всего ожидается около 1880 детей могут принять эти три лагеря в течение лета. Интересны будут профильные смены, краткосрочные смены. То есть детей ждут не только на традиционные 21 день каникулярного времени, но также и на краткосрочные смены, на смены выходного дня. То есть самые разнообразные формы отдыха будут использоваться. Также 1 июня откроются школьные лагеря с дневным пребыванием и лагеря на базе учреждений дополнительного образования. Всего их будет 53, а отдохнуть в них смогут более 4000 детей. В течение 2 месяцев ребят ждут интерактивные программы, конкурсы, походы в кино и театры, экскурсии по городу. Юлия Савинцева, Вероника Лескова, Михаил Протасов, Вологда, Портал.